Високі технології. Хай-тек. Есть выражение «window shopping» в приблизительном переводе с английского «разглядывание витрин» или «витринная покупка». Но, как выясняется, в Берлине такой вот вид покупок становится всего лишь одним из видов шопинга. Для этого предложена так называемая интерактивная витрина. Нажав кнопочку, можно приблизить к себе вещицу или продукт, как следует разглядеть и даже отложить на то время, что осталось до открытия магазина. В витрине можно разглядеть все или почти все, вплоть до страны производителя, состава ткани, к примеру, не говоря, разумеется, о цене и имеющихся в продаже размерах или количестве экземпляров. Фактически мы снабжаем компьютер зрением. Сервер знает, где находится потенциальный покупатель, он моделирует положение его рук. Я могу с помощью вот здесь находящегося курсора регулировать все эти параметры. Я могу к тому же листать страницы имеющегося каталога. Это совершенно новый вид шопинга, который, как я думаю, не может не заинтересовать. Потому что, прежде всего, он удобен потребителям. Конечно же, было создано и новое программное обеспечение, видеокамеры, которые способны передавать на управляющий сервер данные в режиме реального времени. Вы имеете доступ в магазин круглосуточно и круглогодично. Это совершенно иной мир и иное качество потребления. Сегодня такая новая форма приобретения товаров пока существует только в сети. Сегодня ведь вы в сети покупаете тогда, когда у вас есть время, даже по ночам. Разумеется, пока это всего лишь прототип, но, как говорят разработчики, они уже получили несколько предложений промышленного внедрения.